Это «Добро в эфире». Вернемся к заседанию наблюдательного совета «ОНО Россия. Страна возможностей». Один из проектов этой автономной некоммерческой организации – конкурс «Большая перемена для школьников». Он дает возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны. Прямая трансляция онлайн-марафона к открытию нового сезона конкурса «Большая перемена» уже собрала 6 миллионов просмотров. На встрече с Путиным «Большая перемена» была представлена одной из финалисток прошлого сезона – Елизаветой Долженковой, которая в ноябре 2020 года исполнила песню «Красносолнышко». Ее выступление тогда тронуло президента, а главное, Елизавета сразу стала настоящей звездой. «Большая перемена» действительно принесла в мою жизнь огромные перемены. После финала конкурса меня пригласили на съемки «Новогоднего голубого огонька» вместе с Надеждой Кадышевой и ансамблем «Золотое кольцо». А буквально... Очень хороший коллектив. Так они с душой это все делают. Очень красиво, талантливо. На высоком уровне очень. Да. Но спустя неделю мне поступило предложение от телеканала РЕН-ТВ для съемки клипа на песню «Умывает красносолнышко». Речь шла о клипе, который РЕН-ТВ помог снять Елизавете в декабре прошлого года. Съемки проходили в городе Торжок. И это своего рода был такой подарок к Новому году для меня, для всей страны, о котором только можно было мечтать. Ведь получить такую возможность сняться в клипе на русскую песню с красотой и всем богатством нашей русской природы – это большая честь. На заседании наблюдательного совета Лиза тактично напомнила президенту его слова, сказанные после исполнения в финале конкурса этой песни «Будь я рядом, обнял бы» и пояснила, что это дало ей силу и энергию, а главное – стремление двигаться вперед. И впервые Путин сказал, что робеет. Очень здорово. Вам спасибо большое. Действительно, такой у меня порыв был вас обнять, но я робею. Это уже большая взрослая девушка, поэтому я хочу просто пожелать вам успеха души искренне. Надеюсь, что у вас все будет и с поступлением хорошо. И видите, у вас предложения уже хорошие появились, достойные. Рассчитываю, что все эти предложения будут реализованы. И хочу поблагодарить теперь тех, кто эти предложения вам сделал.